Круче-то такой же вообще. Колеса другие. Смотри, сейчас я выключу. У тебя отвалилось или что-то. Что, другие колеса? Да. Ой. Смотри-ка, там, видимо, грузики были. Видимо, были, да. Уже нету. Все, баланс нарушен. Все, да. Пипец. Здорово. Здорово. Ну все, пойдем кормиться. Вот, ну короче, так он тебя Adventure или он просто так на таких колесах? Просто на таких колесах. Они продавались тогда, можно было выбор делать. А я думал, Adventure. Нет. Я хотел обзавидоваться авто. Нет, вот обычно. Полезны? Думаешь? Ну вот ты едешь, предположим, ты в кроссовых ботах тяжелых. Ага. И делаешь так, хуя. И что, все сломал? Ничего сломал, да. Ну ничего. Ну хотя вот это вот. Тема хорошая, у меня немножко не такие люди. Вот это хорошая тема. У меня их нету. Таких крышечек. Вот эти крышечки, да, они модные. А это, ну, чтобы не снести сапогом. Поскользнется нога. А здесь у меня резинки. Таких вот башек-то. У меня здесь резинки.